Подготовиться к донации накануне, заполнить анкеты, пройти осмотр у терапевта и получить одобрение. Всего лишь несколько шагов отделяет пациента от заветной процедуры. Помогать другим просто. Главное, чтобы было желание сделать доброе дело. Вот эта акция – это возможность каждого человека, возможность спасти чью-то жизнь. И, конечно же, такое сплочение различных людей, различных социальных групп вокруг таких акций, оно говорит о том, что в обществе востребованы на социальные инициативы, а главное, общество пронизано душевной теплотой и заботой, отношением к другим людям. Общественники, волонтеры, педагоги, врачи, депутаты – каждый из них считает своим долгом на регулярной основе принимать участие в подобных акциях, понимая, насколько остро сегодня необходима кровь и ее компоненты. Все работает четко, слаженно, быстро, под контролем врачей. Поэтому приглашаю всех наших граждан, здоровых, кто готов помочь нашей стране, помочь нашим гражданам, кто нуждается в крови, помочь. Сейчас такие непростые времена происходят в России в связи со спецоперацией. Я думаю, тоже мимо не пройдет. Дмитрий Голубков поддержал донорскую акцию и сдал такие нужные 450 миллилитров крови. После донации обязательная кружка сладкого чая. Это приятный бонус для тех, кто считает своим долгом помогать другим. День донора прошел при поддержке окружной администрации Московского областного центра крови. В акции приняли участие жители округа, сотрудники администрации, представители различных сфер. Это говорит о существующем в обществе высоком запросе на участие в социальных инициативах. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».